Домашний хлеб, такой простой, но он самый вкусный. Как же пахнет только испеченная горбушка пшеничного хлеба, этот родной запах ни с чем не сравнить. Заходите, угощаю. Я расскажу вам, как приготовить хлеб, обычный пшеничный хлеб, без всяких добавок, семечек, отрубейте, который можно есть каждый день, и он не надоест. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте необходимые ингредиенты, муку просейте в глубокую миску. Дрожжи и сахар распустите в теплой воде, дайте время подняться пенной шапочке, добавьте муку, соль, перемешайте, влейте растительное масло, замесите тесто, не липнущее руками, тесто вымешивайте не менее 5 минут, поместите его в миску, смазанную растительным маслом, накройте хаб полотенцем и оставьте подниматься в теплом месте на 50 минут. Обомните тесто, округлите, поместите в форму для хлеба, смазанную растительным маслом, поставьте в теплом месте для подхода на полчаса. Духовку разогрейте до 200°, поставьте хлеб запекаться на 50-60 минут, ориентируйтесь по своей духовке. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Хлеб полностью остудите на решетке, накрыв хаб полотенцем. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Мука 550 грамм, дрожжи 20 грамм, сахар 1 чайная ложка, соль 1 чайная ложка, вода 300 миллилитров, теплое, растительное масло 3 столовые ложки, количество порций 10. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Удачного дня!